Так, ну вот мы опять в этой злой бане. В чем прикол? Стены я уже дальше разобрал, уже до основания. Это как бы последние балки, что здесь лежат. Старый сосед. Так при чем здесь сосед? Что мне вечно этот сосед? Старые хозяева. Вот эти балки. Не знаю, в чем это. Ну, короче, мазут и воняет. Они в мазуте промочены, чтобы их типа не жрало ничто. Но где пол, обычное дерево, ничем не обработанное. Пол я уже снял, чуть-чуть проверил. И тут в одном месте попытался вырвать гвоздь. И что у нас здесь получилось? Вот что скрылось. Логово этих злополучных туннельщиков, которые копают Северный поток 2. Через бревна. Ну, печалька, конечно. Я бы их даже и оставил, в принципе. Но зиму они уже больше не переживут. Потому что все. Я вскрыл их логово. Так же было в том бревне, что я показывал до этого. Один уже упал. Ну, короче, вот такие вот приколы. Они медленные, уже холодно до ужаса. Что ночью заморозки, сейчас 1 градус всего лишь. Да. И вот они прожрали весь пол. И вот вот эти вот свежие опилки, все это бревно, еще одно сверху жаль не заснял. Когда снимал это бревно, выковыривал, то оно вот все проедено было вот этими вот товарищами. Стружка осталась, и то бревно опять же просто все было дрявое и очень легенькое. Там вон кострище. То бревно я распилил и сжег нафиг. Вот. Тут же даже на дрова эта трухля в принципе не пойдет. А вот с этим что делать, тоже не знаю. Ну, сожгем. Вот муравьев только, вот не знаю даже куда бы их деть. Можно ли их как-то сохранить или нет. Подумаем. Ну, главное не они, главное у них матка эта. Ловушка. Да, от старого этого еще хозяина ловушка какая-то стояла, но жена с тещенькой переработали ее в компостную яму. Туалет вообще беда здесь. Там просто, если в него зайти и что-нибудь сделать по нужде, то провалишься нафиг в яму. Вместе со всем прилегающим. Ну, конечно же, это надо раздолбать все. А вот это вот прикол. Не знаю, видно, не видно, но просто... Просто все шатается. Я не знаю, на что они это лепили. Но по мне это просто песком засыпали, а не каким-либо цементом. Да, эту фигню... Ну, опрокинуть можно, она не приварена. Да, ладно.